Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе. В Кемеровском областном музее изобразительных искусств открылась выставка икон 16-го начала 20 веков «Образ Богоматери. Благословенна ты в женах». Губернаторский камерный хор Кузбасса выступил с великопостным концертом духовных песнопений. В Кемеровском епархиальном управлении состоялась презентация путеводителя по иконе «Страшный суд». В рубрике «Храмы Кузбасса» мы побываем в поселке Промышленности и пообщаемся с настоятелем местного храма Рождества Христова иереем Анатолием Штефаном. Первую неделю Великого Поста Кемеровский областной музей изобразительных искусств приготовил для жителей областной столицы специальный подарок. 21 марта здесь открылась выставка икон 16-го начала 20 веков «Образ Богоматери. Благословенна ты в женах» из собрания Государственного исторического музея. Для каждого кузбассовца она будет сугубо важна, если человек сможет посмотреть не на икону как просто изображение на доске, а как духовное наследие наших предков, тогда действительно она будет отголоском и наше вот достояние предков и толчком для развития нашей культуры. Почему? Потому что икона испокон веков – это была не просто картина, которая изображала святого угодника, Пресвятую Богородицу Спасителя, а в первую очередь икона, она всегда несла в себе какое-то историческое событие, которое повлияло на судьбу не только одного или двух человек, но и многих народов. Богородичная тема является едва ли не центральной в православной иконографии, а многие из представленных на выставке икон уникальны, единственные в своем роде. Значимость этой выставки придает также тот факт, что проводится она впервые. Никогда мы не возили сложнейший материал. Вот с точки зрения хранения, это очень сложный материал. Его очень сложно экспонировать. Условия в принимающем музее должны быть идеальными. Вот вы здесь видите, у нас стоят и увлажнители, и мы по нескольку раз в день меряем температурно-влажностный режим, потому что для нас, для музейных сотрудников, самое главное – сохранить эти уникальнейшие памятники для потомков. Однако Кемеровскому музею изобразительных искусств удалось соблюсти все условия для того, чтобы эта выставка стала возможной. Всего в залах музея расположились более 80 образов Богоматери, а вся экспозиция состоит из нескольких основных разделов – земная жизнь Богородицы, богородичные образы догматического содержания и чтимые иконы Богородицы в России. Очень много старых красивых икон. То есть просто восхитительная, конечно, очень красиво организована выставка. Очень красивые иконы, которых таких икон у нас не было, не привозили. Привозили старые, но вот именно из этого музея исторического не было ни разу икон, как у нас в Кемерово. И это очень здорово. Действительно, еще в канун этого самого поста великого. То есть очень приятно. Выставка продлится до 7 июня, так что у кузбассовцев есть еще достаточно времени, чтобы своими глазами увидеть уникальные произведения православной иконографии. Второй неделе Великого Поста в стенах Государственной филармонии Кузбасса прошел не совсем обычный концерт. Казалось бы, развлекательное мероприятие, но наполнено оно было духовным смыслом. Кузбассовцы впервые стали участниками Великопостного концерта в исполнении губернаторского камерного хора Кузбасса. Хотелось именно вот показать разные стили, да, знаменный распев, концертные песнопения. Именно вот все песнопения, которые звучат в храме. Великим постом. Ну, как удалось судить, не нам. Эта традиция существовала еще задолго до революции. И вот сейчас, в наши дни, мы просто тоже устраиваем такой концерт, благо, что православных духовных песнопений в репертуаре камерного хора очень много, поэтому это просто благодатное дело подготовить такой концерт и спеть его именно в Великий пост.
Своим выступлением коллектив словно призвал всех к молитве, как в стенах храма, так и вне его. Не все в храм ходят, к сожалению, еще пока что не все. А наши русские люди в храм ходят. Хотя тут наверняка большая часть людей православных в зале. Вот. А кто-то просто любит искусство. И в свое время я к Богу тоже пришла через искусство. И Господь нас приводит. И вот таким образом мы из зала в храм приводим. «Се время покаяния». Так звучит название концерта, соединившего в себе песнопения на тексты великопостных молитв, а также покаянных и духовных стихов. Каждого человека со всеми ее заботами, тревогами и деяниями однажды будет положено на весы. И лягут на две чаши не наши достижения интеллектуальные и материальные, а дела любви или ненависти. Задуматься об этом заставляет иконописный образ страшного суда. Сотрудники Музея истории православия на земле Кузнецкой заметили, что ни один посетитель не остается равнодушным к этой иконе и, осмотрев всю композицию, обязательно возвращается к ней. Во время экскурсии мы обратили внимание на то, что посетитель, несмотря на свой возраст, 3 года, 5 ему лет, либо 85, они вновь и вновь обращаются именно к иконе Страшного Суда. То есть видно, что они обращаются с благоговением, с вниманием рассматривают как сидящих в раю, так и грешников, которые у нас мучатся в аду. Человечество всегда волновало тема конца света. Поддерживая интерес к русской иконографии, Музей истории православия и Фонд святого всехвального апостола Андрея Первозванного приняли решение выпустить путеводитель по иконе «Страшный суд». Теперь, рассматривая очень сложную многочастную икону Страшного суда, написанную неизвестным автором приблизительно в XIX веке, человек сможет найти ответ практически на любой возникающий у него вопрос. Презентация путеводителя по иконе «Страшный суд» прошла в Кемеровском епархиальном управлении 14 марта. Интересно всегда людям икона многочастная, то есть многосоставная, в составе которой очень много разных сюжетов. И второе, чем конкретно привлекает икона «Страшного суда», это, безусловно, нижним сегментом, где мы видим изображение грешников, мучающихся в аду, и, конечно, гиены огненные и царя тьмы сатаны. Книга о страшном суде, по моему мнению, нужна для того, что человек чаще всего смотрит на икону, и у него остаются какие-то свои образы, не свои какие-то измышления, возможно, неправильные. Не потому, что человек плохой, а просто потому, что он не знает, что изображено. А данная книга поможет человеку мыслить в нужном русле и ракурсе, как это по канонам церковным, что данная икона, какие-то образы каноничные, вот, там... На иконописцы пишут, и также происходит размышление над этими образами. Мероприятие собрало большую неравнодушную аудиторию. Интерес к этой теме стал поводом для организации семинара на тему «Икона Страшный суд в контексте актуализации современных общественных представлений о конце света». Целью семинара стало освещение темы конца света в границах православной картины мира. Возникла идея позвать сюда и историков, и искусствоведов, и издателей, и студентов, и прихожан наших храмов. Вот. И провести это не в форме такого доклада и рекламы какой-то книжки, а в форме именно разговора, серьезного разговора об очень важном деле. Проходивший в Кемеровском епархиальном управлении семинар был призван осветить вопросы эсхатологии, опираясь на Священное Писание и предания. В ответ на интерес к попыткам предсказать дату конца света, докладчики аргументированно представили видение мира и его конца с точки зрения христианского учения. Вот уже по меньшей мере 2000 лет оно является таким вдохновением для произведения искусства, для философских работ, для научных разработок в этом направлении. И самое удивительное, что в чем особенность именно православного христианского вероучения о конце света, о страшном суде, что оно практически оно не изменилось с тех времен. То есть это именно откровение, которое дано было Господом людям, понимаете? И мы до сих пор еще его постигаем. Участников семинара тема Страшного суда интересовала не только с точки зрения иконографии. Обсуждалась эсхатологическая тема и в контексте литературы, древнерусского искусства, истории и богословия.
Эта икона Страшного суда произвела огромное влияние на выбор князем Владимиром именно православной веры, именно когда он увидел икону Страшного суда. Что характеризовало князя Владимира? А к тому времени, когда он принимал православную веру, он еще не был человек святой жизни, и во многом его сознание было языческое. А что в большей мере именно пугает людей? Именно наказание, мука, какой-то суд, что-то страшное. И даже вот здесь вот эта икона Страшного суда, именно восприятие на таком, на уровне, наверное, какого-то, может, какой-то, ну, не языческой, но низшей такие степени, скажем, христианского восприятия. Потому что человек все-таки видит по большей части Бога как судью, который наказывает. И человек делает что-то хорошее, чтобы ему не быть наказанным. Ну, как мы знаем, в Евангелии есть там три таких момента, три, ну, скажем, модели жизни христианина в зависимости от образа жизни. Положение раба, когда он что-то делает, чтобы не быть наказанным, в частности, не быть в гиене огненной, не быть в аду. А второе положение – это положение наемника, когда человек что-то делает, чтобы быть в раю, чтобы получить награду. И третий момент – это образ именно сына. Сын, который уже делает что-то не для того, чтобы, не потому, что он боится быть наказанным в аду, и не потому, что он хочет большую награду, а потому что он сын, он уже любит отца. И он что делает? Он делает именно из любви к нему. В контексте именно иконы Страшного суда, по большей части, почему она так многих людей задевает, именно в какой-то мере может быть именно вот этот страх, ну некий такой минимализм, от которого надо все-таки восходить выше и выше. И понять, что Бог – это не только праведный судья, а все-таки Бог – это любовь, которая не столько наказывает, сколько любит. А если наказывает, то для нашей пользы. Прошедший воскресный день во всех храмах Русской Православной Церкви как раз читалось евангельское повествование о том, как будет проходить страшный суд и как об этом говорит само Слово Божье. Это совершенно не случайно, потому что мысль о предстоящем и именно справедливом суде Божьем должна помогать человеку правильно устраивать свою земную жизнь. Икона Страшного суда для каждого православного человека является напоминанием об истинном смысле его жизни. Это некий ориентир, опираясь на который мы можем выбирать свой путь, стремиться к миру Вышнему или потакать своим страстям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что посетители музея особенно внимательны именно к этому образу. Все мы хотим найти путеводитель по жизни, и знание о Страшном суде может нам в этом помочь. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Наша программа продолжает свой рассказ о храмах Кузбасса. И сегодня мы побываем в храме Рождества Христова в жилом районе Промышленновский города Кемерово и пообщаемся с его настоятелем, иереем Анатолием Штефаном. С нами Бог. Само здание это мы не строили, оно здесь стояло. То есть мы его переоборудовали. Помещение бывшего магазина, то есть оно просто было закрыто, заколочено. Вот, никто им не пользовался. Вот, но прихожане уже своими руками и под руководством настоятеля храма вот, из Кедровки отца Анатолия внутри преобразили все, что из простого, как говорится, такого помещения стало вот, как бы храм, иконостас сделали. Ну, в общем, все, в принципе, как бы основное, как вот должен храм выглядеть. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с нами Бог. Ну, а идея появилась просто у прихожан, у людей, жителей этого поселка, что здесь должен обязательно тоже быть храм, потому что до 1998 года те, кто здесь жили, им, чтобы попасть в храм, нужно было ехать либо в Кедровку, либо в город. Ну, а так как набиралось несколько человек уже такой как бы общины, вот, они решили добиться того, чтобы ну, каким-то образом и здесь возродилась жизнь приходская. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с нами Бог.
прихожане хотели, дело в том, что возродить храм, который когда-то существовал. То есть здесь на поселке у нас до революции был построен храм. Вот, конечно, не в этом месте, а в другом. В советское время он был разрушен. Значит, ну, сначала его там как клуб, как сельпо использовали, потом вообще разрушили. И почему-то вот так вот сохранилась память, что вроде бы как, ну, Господу было посвящено, решили, что Рождество Христово было. Значит, ну и так и решили, что Рождество Христово, Рождество Христово. Потом, правда, выяснилось позже уже по документам, что храм был Троицкий, в честь Святой Троицы. Но название как-то так и осталось, потому что владыка Сафроний тогда благословил, что ну, пусть будет Рождество Христово. К тому же там приближалось как раз вот официально как бы приход с 99-го года, начал действовать как самостоятельный 2000-летие Рождества. Тогда очень активно праздновалось. И поэтому как бы в связи с этим такое вот название прихода и осталось. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с нами Бог. Святыни, которые вот мы видим, иконы, все принесено в принципе в основном людьми. То есть мало что специально приобреталось, только так уж самое основное. Вот для, а так вот все было принесено людьми. И вот эта вот икона Рождества Христова, это наш богачин, отец Константин. Отдал, она принадлежала владыке Сафронию. Вот. Но у нас рождественский храм, поэтому он решил, что пусть у нас будет, пусть хранится у нас. Это тоже нам дар святителя Спиридона Тримифунского. Тоже друг большой наш привез, сам ездил туда, в Грецию, на остров Корфу, и привез икону нам в дар, вот, видите, с мощевиком. Вот, ну, в общем, история в основном вот везде похожая, как будто. То есть дар, вот как жертва была принесена. Люди хотели, чтобы в храме было благолепие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с нами Бог, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. С нами Бог. Я... Храм сам маленький, неказистый. Вот, то есть то, что мы снаружи сейчас могли сделать, вот пристроили притвор, сделали уже крышу, как полагается, купола поставили, это, конечно, много позже было. То есть сначала просто было такое прямоугольное здание с плоской крышей. Вот. А благодаря вот тому, что вокруг природа красивая, поэтому у нас люди все равно как бы красоту какую-то впитывали. То есть приезжали, чисто говорили, что вот как хорошо у вас тут, красиво. Посмотришь на природу окружающую, и тоже как бы такая благодать чувствуется. Вот такая вот особенность. Храм маленький, но зато вот вокруг много красоты. Как бы такой уже чисто божественный, природный. Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!